Уважаемые жители городского округа Люберцы, по поручению губернатора Московской области на территории городского округа проводится мероприятие компании АО «Мособлгаз» по внеплановой проверке газового оборудования. Это делается с целью обследования газового оборудования для безопасности, и также проводится дополнительный инструктаж с абонентами по безопасному пользованию газом в быту. Внеплановая проверка газового оборудования производится без предварительного согласования с абонентами. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, сотрудники «Мособлгаз» имеют именную бирку на форме, форму установленного образца, имеют при себе удостоверение. А также о работе сотрудников «Мособлгаз» можно узнать по телефону горячей линии 8 800 224 09.